В Бурятии ищут видео с падающим метеоритом. Кадры, снятые на камеру наблюдения, авторегистраторы могут понять родословную космического объекта. Видели его как жители Улан-Удэ, так и других районов республики. Также в Иркутскую область, то есть люди, живущие в тысячи километров друг от друга. Появился объект в небе накануне, уже после захода солнца. Астрономы уверены, что это точно была не ракета. Это очень типичная картинка для падения так называемого болида, то есть когда довольно крупное тело, что значит крупное? Это несколько десятков сантиметров, наверное, входит в атмосферу с огромной скоростью, разрушается от напора набегающего потока воздуха, очень сильно нагревается, разваливается на куски на огромной высоте, и вот это все таким образом и выглядит. То есть вот когда мы видим, что происходит, вот, ну, мы можем говорить о том, что это яркий болид.